ранку. В ефірі знову наш дитячий хіт-парад. У ньому участь може взяти кожен з вас. Ця телепрограма «Ваш зірковий час». Нехай Одеса буде знак розвита. Чи ти співав? Чи танцюриш? Чи музикант? Що тут зможуть виступити він і ти і я? Ця телепрограма «Зіронька моя». Привет, ребята! В эфире самая детская среди музыкальных и самая музыкальная среди детских телепередача «Звездочка». Мы начинаем новый весенний тур телеконкурса «Детский хит-парад». И для этого переносимся на съемочную площадку музыкального клуба «Домино». Здесь высокопрофессиональное жюри под руководством народной артистки Украины Натальи Барышевой, номинация «Танец», и главного режиссера Первого канала Национального радио Украины Вадима Колоска, номинация «Вокал», уже приготовила призы от магазина «Ваш штат», магазина косметики ручной работы «Лаш» и пригласительные билеты в кафе «Шаурмен». Итак, жюри, участники готовы? Значит, можно начинать!
Сандель, Светлана. Эстрадная студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784-15-73. В эфире «Звездочка». Вы смотрите весенний тур телеконкурса «Детский хит-парад». В танцевальной страничке выступили стильные детки из танцевальной студии «Топ Дэнс», испанские красавицы из ансамбля «Радость» гимназии номер 6, непоседы из ансамбля «Step by Step» и ансамбль «Светанок» учебно-воспитательного комплекса номер 84. А сейчас мы снова возвращаемся на съемочную площадку музыкального клуба «Домино», где в борьбу за звание самой популярной юной артисты Одессы вступают певцы. Итак, в эфире вокальная страничка весеннего тура телеконкурса «Детский хит-парад». Я люблю рок, а я люблю бабушку. Бабушка не любит рок, зато бабушка любит нас. Бабушка, это песня для тебя. Бабушка не разрешает, слушай, да.
София Хоменко. Ансамбль «Дин-дон». Здравствуйте, меня зовут Елизавета Балух. Я учусь в музыкальной студии «Одесса Мама Бьюти». Я хочу вам пожелать счастья, радости и здоровья. Послушайте мое любимое стихотворение. В мире нашем тень и солнце, смех и слезы у людей. Позже жизнь вам улыбнется, и судьба пусть повернется светлой стороной своей. Вийду заміж за Петра. Що матуся мені каже, що мала є ще мала. Зранку хату віником підмітаю, в коці свого милого вигляда. Вечоріє за вікном, а його немає. Вони мають.
Эстрадная студия «Фабрика звездочек» приглашает детей от 3 до 13 лет. В программе обучения танец, эстрадное пение, актерское мастерство, школа телеведущих, участие в съемках детской музыкальной телепрограммы «Звездочка», в концертах, конкурсах и фестивалях. Телефон 784 15 73. В эфире «Звездочка» вы смотрели вокальную страничку весеннего тура телеконкурса «Детский хит-парад». В ней выступили самые юные рокеры Одессы из эстрадной студии «Фабрика звездочек». Воспитанница творческой мастерской Татьяны Францианс, София Хоменко, ансамбль «Дин-Дон» Дома творчества Тоника Суворовского района и солистская эстрадная студия «Одесса Мама Мьюзик», наша телеведущая Елизавета Балу. Голосуйте за «Звездочек Одессы» в интернете по адресу, который указан на экране. От вас зависит, кому будет вручен приз зрительских симпатий. А на сегодня музыкальных новостей больше нет. Я, Маргарита Скорик, прощаюсь с вами. До встречи в это же время на этом же канале в самой детской среди музыкальных и самой музыкальной среди детских. Телепередача «Звездочка». Пока! Эхай, Одесса, будешь знать про твой талант. Чи ты спеваш? Чи танцюриш? Чи музыкант? Я